Друзья, всем здравствуйте и всем, разумеется, привет. Я опять нахожусь в раю, вот если тут кто-то не заметил, вот я в раю. А чтобы вы оказались в раю, у меня для вас тоже есть некое предложение. Это Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NOTOXIC54. Вся эта информация находится в описании, заходите туда, там со всем этим ознакомливайтесь, там все это смотрите, узнавайте, познавайте, и, в общем-то, все у вас будет хорошо в той или в иной степени. Лайк, дизлайк, подписка на канал. А сегодня мы посмотрим Вертеича, потому что Вертеич там что-то писал, что он выпадает из алгоритмов, что ему нужна там помощь и так далее. Я своему дорогому другу всегда готов прийти на помощь, потому что Вертеич это, безусловно, мой белорусский друг. Думаю, если я там буду где-то поблизости проезжать, то, разумеется, заеду к нему в этот его 10-этажный пентхаус, и я думаю, что он накормит меня какой-нибудь там картошкой фри или там, да что еще белорусы едят, не знаю. Давайте начнем. Сегодня я буду... Так, ну сегодня так сегодня, ты погоди сначала. Сегодня я... Сегодня? Почему не вчера, да, казалось бы? Настоящим токсиком. Сразу. Серьезно? Начать... То есть как я? С этого видео я хочу извиниться абсолютно перед всеми... Вот это хорошо, потому что потом, знаешь, подъезжают, спрашивают, мол, что ты там говорил, что ты там делал. Если ты сразу извиняешься, то я думаю, таких проблем их, ну, надеюсь, не будет. Кто в него попадет? Даже вот этот Дейл Браун. Хуй, отвали, я видео сниму. Вот Вертеич, вот тебе, наверное, снимут монетизацию. Хотя, может, тебе и не снимут, но меня точно снимут теперь после вот этих вот их 11 секунд, когда вот это снимаю. Вот всё пошло. Снимаю, не пи! Да я серьезно! Не ну, вы... ужас! Да я не вру! Ну, реал! Съесть! На минуту! Гу вместе! Не! Я с бомжами не записываю! Чё, бля? Чё, слышал? Я тебе один кака дам! Себе дай! О, админ пришел разбираться. Ты пиздол? Да, я фейк! И что? Иди нахуй! Ой! Господи, как же он жестко его. Я, кажется, забыл с админами поздороваться. Здорово, бестолочи! Ого! Не верьте, он фейк! Никитас! Да господи, отвалите от меня! Нет, я с ложками не хочу разговаривать! Видос! Неплохо. Отвечаю! Посмотрим. Ну, конечно, видос, что же еще? Интересно, а Вертеич в реальной жизни тоже вот этими своими пранками, типа, с людьми общается или на как? На шахте. Может быть, кто-нибудь к нам подойдет? Ты, сука! Ты, сука! Понял? Ты, сука! Ты! Я тут при чем? Что происходит? Этот мудила хочет меня побить. Отличный, типа, панкроп Вертеич, я уже успел почти прочитать. Он, сука! Ой, господи, что ты творишь? Нет, ты, сука! О-хо-хо! Как весело всех ходить обзывать! Ладно, идем дальше. У меня очень часто в вип-чате просят всякую херотень. Верты, реально? Донат, скины. И я такой подумал, а что если я напишу в вип-чат, что типа, хватит у меня все просить, попрошайки тупые. Все, сейчас будет бум. Угар. Хуя чё высрал? Да просто прекратите. Мне жалко за этим наблюдать. Попрошайки тупые. Лучший. Рил. А потом один чел попросил телепортироваться к нему, чтобы он мне подарил подарок. Вау. Я думал, не тэпнешься. Спасибо, братья. Но мне похуй. Вот так вот. В смысле это? Ну, бывает такое, да, Вертеич, иногда, типа, ну, так бывает. В прямом, спасибо за подарки. Вертеич, ты чё? Никита, чё случилось? Случилась запись ролика, пацаны. О, Егор Дрон, мечта встретить Вертейку. Ну чё, встретил? Доволен? Никита? Никита! Чего, блядь, реал ты? Сейчас будет еще больше счастья. А ты ну, меня да, любишь? Да. Конечно, сейчас увидишь как. Не покупайте хот-доги у этого челика. Они ж кошачьи. Мне кажется, что вот эта тема, это наоборот, типа, реклама. Я купил. Вертейка, ё-моё, зачем тебе? Катай меня теперь на этой машине. Не катаю, ебланов. Мысли, ты чё? Дайте проеду. Мне надо прокатиться немного. Я тебе X5 хотел подарить, а ты меня ебланом сейчас позвал? Да похуй. Боже мой, мне так стыдно. Да ладно, Вертейч, все нормально. Пиздец, Вертейч, да ты охренел совсем. Это моя парковка! Странно, что видос Вертеич называется «Веду себя неадекватно», когда, типа, больше подошло «Веду себя токсично». Я админ здесь! Мне типа, плевать! Это петух. Очень странно. Вы чё здесь на дороге встали? Чё стоите тут, дебилы? О! Имеется подписка на Вертейку и Реваза. Люблю их. Нормально ты придумал. Вертейч, охренеть! Ой, можно скрин? Пуши-пуши. Да, конечно, можно, это ж Вертейч. Нельзя. Мне лень выходить из машины. Заплачу. Да похуй, поеду я.
Поехал он, получается, да? Ну, бывает, бывает. На Б чела долбоёбом обозвал. Вертейка такой. Этих двоих я телепортировал, выдал им компенсацию, и мы разошлись. Опа, опа, опа. Блин, вот это он красава, даже несмотря на то, что видос все равно компенсацию выдавал. Куда едешь хот-доги продавать? Ты чё, врезаешься? Офигел? Сейчас ему заспавним фудтрак. Я ютубер, ты зачем так со мной? Круто, бля. Верни сосиску. Я у тебя ничего не забирал. Где моя забирал, сосиска. Забирал. Больше нет сосиски, брат. К сожалению, жизнь такая штука. Ладно, я поехал. Вы не переживайте, я ему сейчас дам 500 доната и, конечно, и что же я будет его потом? Заспавню. Но это правда было жестко. Офигеть. Во, привет, обожаю мусору. Угу. Руки за голову, работает. Ну да, да. Ладно, стою. Чё хочешь? Еще сват? Уёба. Взглянул на часы. Добрый день, вас беспокоит сотрудник СВПД. Будьте любезны предоставить документы. Удостоверяющий вашу личность. Посмотрите. Сейчас он предоставит. Я там недавно его спрятал. Круто. О, вот он токсик. Скрин. Нет. Лон, сори, пока. Ой, мне кажется, он очень сильно расстроился. Ну или ему похуй. Может, доната немножко дадим. Что делаете, пидорасы? Сам пидорас. Бомжар. Я осуждаю, да, то есть негры, геи, они все тоже люди. Да я не вам. Залетаем сейчас на автосервис и задаем тот же самый вопрос. Что делаете, пидорасы? Стой! Можно скрин? Ха, бжи! Видимо, им вообще пофигу. Я не ну да, типа им главное, блин, чтобы это... жалко! Это рванщик 100%! Это вертей! Так, здесь пацаны продают газеты. Настоящий вертеч. Что делаете? Сам пидорас! Ну, конечно, конечно. В принципе, все. Я думаю, что хватит, потому что я оскорбил достаточно много людей, и мне еще очень долго будет за это стыдно. Главное, что вам это понравилось, главное, что вы поставили лайки и подписались. И помните, что я не такой, я не злой. Ладно. Спасибо за просмотр, смотрите мои другие ролики, и до новых встреч. Вот. Хорошо. Поставлю лайк, похуй, но спасибо. Так и буду делать, реально. Друзья, все, на этом как бы конец видоса. Arizona Roleplay Phoenix, IP в описании. И там все прочие вещи, также IP в описании. И еще много всего есть. IP тоже в описании. Поэтому, друзья, заходите, узнавайте, познавайте. И все будет замечательно. Всем пока.